Когда-то я хотел называть свой канал «История игрушек». Ну, как понимаете, потому что про игрушки. Но в итоге товарищ Сафронов получился. А у меня здесь «История игрушек». Привет, дружочки-пирожочки. Тема пакетиков «Сюрприз» сегодня будет раскрыта, потому что будут раскрыты все пакетики «Сюрприз» по истории игрушек. Если вам нравятся пакетики «Сюрприз» и «История игрушки», лайк под этим видео обязателен. Просто, чтобы было новых больше видео, пакетиков, распаковочек, игрушек и всего остального, обязательно. Насколько вы любите истории игрушек, я сейчас узнаю. Итак, я обожаю первые фильмы по истории игрушек, мультфильмы, и я не очень понимаю последние, что там случилось. Вот, и не сказать, что я там большой фанат, где уже этот Вилкин, и уж тем более последнего Лайтера, не скажу, что это мой любимый фильм. Но сама история игрушек прикольная, поэтому, вспоминая свое детство, это мультфильм моего детства, я сегодня распаковываю такие. Итак, давайте посмотрим, кто есть кто. И тут у нас сразу выпадает Buzz Lightyear. Buzz Lightyear вот в таком смешном виде. Это вот такие вот мини-фигурочки сегодня будут. И первое, это Buzz Lightyear прям сразу, сходу выпадает. Да, у него, конечно, здесь такое лицо смешное, но почему бы и нет. Шлема у него здесь нету, как бы он у него убран, получается. И здесь у него такая рука, типа он сейчас как вмажет кому-то, врежет. Классический более-менее вид Buzz Lightyear. И фигурочка такая прикольная. Жалко, сзади никак не покрашена, не раскрашена, но спереди даже напоминает, да, немного персонажа оригинального. Это хорошо, это хорошо. Следующее. Фигурка. Это конь. Лошадка. Это плюшевая игрушка, вроде как, сколько я помню. И какие у них имена, я не знаю. Это не Булзай, не Бурзай, Булзай, как там его. Не конь Вуди. Это просто отдельная игрушка, которая там есть. Они там встречаются, появляются. И я скажу вам честно, я там не микросерии, не помню эти, не вот последние мультики там, может быть, у них есть какие-то имена у всех, вот, но в первых там были основные герои, но лошадку я эту помню, коняшка этот появлялся, но, по-моему, не в первой части. Такой вот здесь в виде, в таком вот миленьком плюшевом стиле. Следующий пакетик, да, кстати, это типа фигурка. Я тоже, вообще, многие игрушки из истории игрушки я очень хотел себе. Так, например, хотел Buzz Lightyear, понятное дело, Вуди, всех остальных. Но там был вот такой типа чел, как бы солдатик из какой-то, ну, вселенной там, как бы вымышленный, да, не настоящая игрушка. Таких не было, такой серии не было, таких игрушек не выпускалось, но типа как будто, ну, не могучие рейнджеры, а как это, Химен, вот что-то откуда-то оттуда. В общем, в Америке было много всяких таких подобных серий, Войны-жуки тоже были, и всякие были, и вот этот был чувак классный. Здесь он с такой колотушкой, этот вот такой вот жук, он просто среди остальных игрушек тоже встречался. Я его точно помню, что он был. Следующее. Это ёжик. Это самый тот ёжик, там, которого... Нет, там пингвина, да, по-моему, забывали. Ёжик был, по-моему, в серии про детский сад. Если я не путаю, может быть, или он... Ну, это даже не знаю, там на картинке можно его увидеть? Нет, я не вижу его. Но ёжик был в... По-моему, серии про детский сад, где этот был розовый медведь, и там был ёжик. У него на голове какой-то горшок, я даже не знаю что. Вот такой вот, типа, то ли пищащий, то ли какой-то тоже мягкий, плюшевый ёжик. Ежик. Так, следующий. Это еще один Buzz Lightyear, но с расправленными крыльями. И вот тут он покрашен, смотрите. А тут и вот так может быть, и так может быть. Это Buzz Lightyear с расправленными крыльями, руки в боки. И у них цвета, кстати, отличаются, как мне кажется, да? Посмотрите, цвет разный. Ой, они воняют. Ох, да, эти воняют токсичным таким неприятным запахом. Смотрите, вот вы видите, здесь никакого покраса нет, а здесь есть. Тут у него как бы убраны зато крылья, а здесь выдвинуты. И вот здесь у нас какой вот матовый пластик, а вот здесь глянцевый. Вот это тоже воняет. Не, они вот прям все воняют, то есть они...
такие нехорошие. Кстати, тут красными кнопочками и так далее. Это может быть режимы База Лайтера, если вы там смотрели, то знаете, что у него есть разные режимы. Может быть, это здесь какой-то другой режим включен. Следующая фигуренция. О, я не знаю, как его зовут. Рекс, может быть, нет. Динозавр. Ну, еще прикольный такой, суетной. Он еще и брелок этот. Остальные нет. Я у первого вижу из этой подборочки, у кого есть брелок. Ой, боже мой, ему вообще не повезло. Мало того, что он брелок, так смотрите, что... Вот он вообще не похож. Я имею в виду, ну, помимо того, что у него растеклись глаза, и с ним явно поиграли дети в детском саду, и ногу ему что-то вывихнули, вывернули, кольцо какое-то сверху пришпиндили, лапы он все перекорёжены. Короче, динозавру, да, досталось. Он попал в выпуск вредных игрушек, и с ним была сценка в конце, если вы понимаете, о чем я. Вот, если вы зрители давних времен. О, собачка, пружинка. Это такая такса, у меня была когда-то собака такса, очень сильно ее любил, и вот в детстве, и вот эта такса тоже, мне она очень нравилась, пружинка такса. Я таких игрушек у нас не встречал, но в моем детстве таких игрушек не было подобных, но сейчас уже можно найти подобные, у меня на канале наверняка в каких-нибудь барахляндиях, в каких-нибудь игрушках там типа дешманских каких-то подборках были подобные, по-моему, персонажи и где-то попадались. Или даже, может быть, из каких-то качественных. Кстати, тут у нее какие-то ролики. Она на роликах была, типа, это сама игрушка сама по себе. Ну, я имею в виду в фильме. Что-то я не помню такого. То, что она растягивалась, стягивалась. Ну, здесь никакой функции растягивания, стягивания нет. Здесь просто моделька. Ну, тоже что-то с ней не очень, да? Она какая-то грустная здесь выглядит. Короче, некоторые есть неплохие, некоторые есть прямо, сказать, так все. Так, вот это прям здоровый пакет, пакетище. И тут... А, во, вот тут ему лучше. Но тоже, конечно. Почему-то два раза сделали динозавра в этой коллекции. И оба раза наконец. А почему? Что у них пошло не так? Причем это явно другой. Смотрите. У него повернута здесь голова. У этого прямо голова. Лапы тоже по-другому немножко. Торс повернут, то есть все остальное совпадает. Хвост прямо, хвост немного на бок. Но лапы изначально по-другому. Ну и глаза и в том, в другом случае все перекособочены. Причем, смотрите, здесь у База более-менее... У них все глаза. У База он сумасшедший. Он в этом, в латинском режиме или в каком он там, на испанском языке он там был, в каком-то безумном режиме. Когда он сошел с ума. Ну ладно. Так, кто здесь? Следующий пакетос. И здесь, о, Пупс. Это точно из серии про детский сад. Не Бан-Бан, а просто про детский сад. И это Пупс, который был в начале за этого медведя, за розового плюшевого медведя. Фиолетовый, сиреневый какой он там, вроде розовый. И он был вначале за него. Это, по-моему, оттуда этот Пупс. Либо это... Нет, игрушки у соседа были все раскурочены. Это, скорее, все-таки оттуда Пупс. А может быть, это уже из какой-то другой части. Может быть. Но мне кажется, что это был Пупс именно такой, ну, вот из детского сада. Да, да. Мне кажется, это именно оттуда. Который... А потом он как бы тоже добрый стал. Ну, как мы помним. Вроде как. Я тоже не помню уже. Вот начиная с этой серии, я как-то стала сдавать, мне кажется. Вот. Вот этого я вообще не... Это типа качок-тролль, да? Или какой-то такой. Я вот этого помню, чувака. Но тоже это типа экшн-фигурка была там, такая большая. Чувака с такой вот прической, непонятно, то ли рестлер какой-то, то ли какой-то тоже какой-то типа супергерой. Вот такой вот качок. Причем у него, видите, какие-то руки типа здесь сделаны такие со сгибом небольшим. Так, а у нас заканчиваются тем временем пакетики. Осталось парочку. У нас есть надежда найти Вуди здесь. И не забывайте, чтобы поддержать выпуск пакетиков распаковочек сюрприз, то ставить большие пальцы вверх. Так, и кто здесь? Пакетики пока... О, бинокль! Бинокль, точно, точно, бинокль. Прикольно, живой бинокль с ножками, он еще и сборный. Типа его нужно еще собрать.
Живой, ой, липкой какой. Это прям вот очень плохо. В плане этой серии вообще не рекомендую, потому что она, во-первых, воняет, а во-вторых, некоторые вот детали как это липкие. Липнет прям. Вот его, видите, у него не высохло, так сказать, не обсохла краска на глазах. Вот не... Хотя сам бинокль, конечно, симпатичный, но вот липкость этой краски заставляет меня задуматься, что все плохо. Или даже это не здесь липкое, а вот здесь. У, это прямо плохо. Из-за этого могут ручки потом болеть. Ну что, вроде должен быть Вуди, насколько я помню. Мой же репак. Да, вот он Вуди, но очень странный. Короче, я не знаю эту серию, как оценить, потому что вроде персонажи есть, вроде похожи, но прям все не те. Это прям бутлег-бутлег. То есть подделки-подделками, да, это подделки-подделочи. Такие. Вот, потому что, ну, посмотрите на этого Вуди, насколько он не похож на того Вуди. Ну, то есть, концептуально похож. Надеюсь, это пистолет в твоем заднем кармане. Ну, почему он телесного цвета, да? И Вуди без штанов, как будто он такие, у него такой, хе-хей, такой ему говорит: приятель, прикройся. Короче, не знаю, как к этой серии относиться. Она очень странная, она воняет. Вроде как бы персонажи с отсылками на нашу, мою любимую серию, на старых историю, на старую историю игрушек. Нет там новых никаких. И уж тем более не новый Buzz Lightyear. Хотя вообще модельку старого Buzz Lightyear я в свое время жалею, что не успел заказать. До выхода части с Вилкинсом продавалась в свободном доступе по нормальной цене игрушка База Лайтера. Но после того, как вышел вот этот вот, где был Вилкинс или Вилкин, как его там звали, эта игрушка, ее раскупили всю, а потом, в общем, нигде было найти, только у перекупов за кучу денег оригинальный. Потом они его перевыпустили, но он же был не тот немного, я помню, я его поэтому не заказал. А сейчас там одни Базы Лайтера по новому фильму, и вообще у меня никаких эмоций он не вызывает. Вот, напишите, как вам эта серия, поддержите выпуск, если вы хотите видеть по истории игрушек еще что-нибудь, и пакетики сюрприз, и до новых встреч, дружочки-пирожочки, пока-пока!